Маленький дельфин – ежегодное соревнование по подводному плаванию. В первенстве принимают участие начинающие спортсмены, самым младшим из которых всего 8 лет. С самого начала учебного года они вместе с педагогами активно готовились. И вот настает момент, когда пора выйти на старт. В этом году в первенстве приняли участие более 150 спортсменов, порядка 70 из которых выступали в самой младшей возрастной категории из трех представленных. Принимают участие дети 2014, 2013, 2012 года рождения. Это не может не радовать, значит, то есть спорт продолжает свое движение. Плавательный центр «Нептун» воспитал не одно поколение талантливых пловцов, мастеров спорта. Все они когда-то выступали на таких муниципальных соревнованиях. А теперь новое поколение делает свои первые шаги в спорте. Перед участниками первенства «Маленький дельфин» стояла задача проплыть 50 метров в классических ластах. Ранее из-за пандемии на соревнованиях зрители не присутствовали. Теперь же самые активные болельщики начинающих пловцов, их мамы и папы, смогли прийти и поддержать своих детей. Классно, что есть такая возможность, потому что до этого очень долгое время невозможно было посмотреть, что здесь происходит. Они все переживают, волнуются, они маленькие, им страшно, может быть, еще выступать, какие-то результаты показывать, от них чего-то ждут. А здесь они видят, и им спокойнее. Самый торжественный момент соревнований – награждение. Объявление результатов ребята и их родители ждали с нетерпением. И вот судья готов назвать имена призеров и победителей. Лучший результат среди мальчиков 2014 года рождения показал Рома Савичев. Первое место среди девочек у Калерии Анциферовой. У меня есть два третьих места и одно второе место. А это первое место? Да. Я как бы шел за победой и ее получил. Впереди у ребят новые старты, новые достижения. Самое главное – продолжать развиваться в выбранном направлении. И в этом юным пловцам помогут их педагоги. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.